Предлагаю провести реструктуризацию тех бюджетных кредитов, уже бюджетных кредитов, которые были предоставлены регионам в прошлом году для реализации мер, связанных с противодействием эпидемии. Ну, мне кажется, это справедливо. Напомню, что срок погашения таких кредитов истекает через 2 месяца, 1 июля. Предлагаю пролонгировать их также до 2029 года. Подчеркну, реструктуризацию накопленной задолженности надо использовать именно как механизм повышения самодостаточности региональных экономик. Тем более, что мы предоставим субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития. Что имею в виду? А именно, так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты –